В акватории Черного моря спасатели-водолазы отрабатывают подводно-технические нормативы, действия по поиску пострадавших на глубине и проведению аварийно-спасательных работ. Отдельным этапом тренировок у спасателей обозначено подводное ориентирование. Используя компас, они под водой по заданным азимутам проходят маршрут, состоящий из трех этапов. Достигнув каждого из ориентиров, водолаз обозначает его так, чтобы движение предмета было заметно на поверхности воды. Каждый старается пройти маршрут с максимальной точностью и как можно быстрее. Все водолазные работы спасатели выполняют в паре. Один страхует на берегу, другой находится под водой. В тренировках задействованы как спасатели с многолетним водолазным опытом, так и молодые сотрудники, недавно прошедшие обучение и получившие квалификацию водолаза. Тренировки по водолазным работам проводятся в отряде регулярно, но особое внимание им уделяют сейчас, в начале купального сезона.